тебе? Одна доска тебе? Доска тебе? Хорошо. Одна доска тебе? Нет, я вставай. Адриана, четыре. Четыре. Так. Ребят, все готовы? Что это у вас в руках такое? Скалка или скакалка? Ребят, как это называется? Ребят, с чего мы начинаем? Никто не знает. Тесто круглое. Сначала берем, смотрите, первым делом сейчас освободим, все ингредиенты уберем, чтобы ничего вам не мешалось. Смотрите, первым делом мы берем муку. Вот так все по щепоточке берем, сыпем. И растираем по всей доске своей. Растираем. Кладите сколько вам угодно. Растираем. Это мы для чего делаем? Знаете? Чтобы тесто не прилипало. Правильно, да? Ну, если в будущем. А я думал, оно пригодится все. Так. Растирайте, молодцы. Прям по всей. Растирай. Бери. Кто это чистит? Ребят, вы вообще смелые, молодцы. Так, далее что мы делаем, ребят? Пиццу. Ты молодец какая. Смотрите, берем все по кусочку теста, ложим его в серединку. Кусочку теста. Такой кружочек. Да. И обволакиваем его в муке. Вот так вот катаем, чтобы он белый. А это для чего мы делаем? Чтобы осталось не было. Ну, вы почти угадали. Почти. Это так. Чтобы она не прилипала на тесто. Катаем. Ну, конечно, я не забыл. Катаем. Молодцы, посмелее. Молодец. Так, теперь что делаем мы дальше, ребят? Подскажите мне, что мы делаем дальше, ребят? Дальше мы ее делаем круглой. А чтобы сделать круглую, что надо сделать? Берем, ложим, нет. Это потом. Берем, ложим на серединку и берем два кулачка своих, положим на серединку. И поехали пробить. По тесту бьем. Делаем. Берем свое тесто в одну ручку, переворачиваем и опять колотим. Отряхиваем с теста всю муку, чтобы не было вообще у вас муки. Вот так отряхиваем, чтобы не было муки. Ручки потом. У всех будет крутая пицца. Молодец. Ребят, ну все, отряхнули, далее что делаем? Берем нашу волшебную скалку, или скакалка, как она называется? Скалка! Что это вообще, что это такое? Откуда вы узнали, что она скалка? Может, вы меня обманываете или нет? Да? Ну все, что делаем? Все, и начинаем катать. Прилагаем все усилия, делаем лепешку. Большую лепешку, хорошо? Катаем. Сильнее, молодец. Нет, у меня уже больше. Молодцы. А у меня будет похоже. Берем, вот так вот берем, то есть вот так вот. И вот так. Понятно? Делаем. Веселее. Она должна быть. Смотрите, у вас. Она должна быть круглая. Смотрите, я покажу. Вот так вот. То есть она должна быть длинная, круглая. Она уже тонкая, длинная, большая. Но пока мы готовим, вы должны еще потом придумать имена вашим пиццам. Как вы свою пиццу? У меня будет вегетарианская. А у меня итальянская. А у меня торнадо. Всем помогу. У меня пицца номер 2. У меня пицца номер 2. Веселее, ребят, стоп. Большая лепешка. Сейчас я покажу тебе огромное. Интересно, вот кто будет самый вкусный? Да. Смотря на опять. Я буду оценивать, у кого будет самая большая, самая вкусная, самая красивая. Ну, я думаю,
Вы все тут чемпионы, вы постарайтесь. Ориентировочно должна быть такая, как у вашей сестры. У нашей сестры ее нету, это не мешает. У нас сестры очень маленькие. Нет. Я не про тебя. Понял, да? Нет. Вот, вот, вот так. Только по всей, по всей, по всей. Раскатываем, раскатываем. Ребят, всем что, помогу. Я всем помогу. Смотрите. Чтобы у вас получилось самое классное. Правильно? Откуда вы знаете? Откуда я знаю? Давным-давно кто-то меня так же учил. Как? Ребят, вы любите пиццу? Да! Нет или да? А зачем мы ее готовим? А зачем мы ее, если не любим? Зачем мы ее готовим? Чтобы научиться. Я для всех. Маме, папе? Не, ну молодцы, что ли. А так. Я очень люблю пиццу. Веселее. У меня самое огромное. Вы будете сами все делать, вы полностью все сами будете делать. Я просто вам тесто маленько помогу. Маленько? Раскатать. Вы вместо маленько нам целую кучку могу. Ну как? Андряночка, посмотри на меня. Андряночка, вот. Вот, должно как у Андряночки быть? Давай я тебе помогу. Ты молодец, ты самостоятельный, я вот всем помогаю, тебе не помогаю. Давай я тебе помогу. Андрей. Оп, оп, молодец. О, молодец какой. Все, 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 тихо, тихо. Не усилишь. Теперь берем так. И вон. Давай. Еще сильнее, сильнее, сильнее. Ребят, ну все, все молодцы, все молодцы. Далее. Берем тесто, убираем всю муку, чтобы не было вообще муки на тесте. Убираем, убираем. Ручками вот так берем. Убираем, убираем всю муку, чтобы не было. Кстати, я уже почти ее начала. Все, убираем, убираем муку. Убираем так. Маленечко надо. Может вообще снять шлем? Снимите! Может не, снимите. Ладно. Снимите, ладно, если. Ну он уже, ладно. Процесс подходит к концу, ладно. Джедай разрешает. Так, все. Далее, убираем муку с теста. Убираем муку из теста. Убираем. Ребят, что мы будем делать дальше, ребят? Ложим на доску. Нет, на доску ложи. А то оно у тебя может порваться, и все. И все. Ребят, убрали все муку? Нет. Давайте. Веселее. Убираем муку. Так, ребят, смотрите, у меня есть в руках два соуса. Есть сметана, есть томат. Есть сметана, я есть томат. Кому какой? Кому томатная, кому сметана. Но главное, мне целых два. Я сейчас дам и попробую. Смотрите, главное что? Самое главное, два пальчика своих берем, и вы из-за края не должны вылезать два пальчика, потому что, ну, она пицца не приготовится. Ориентировочно я покажу, всем по ложке даю. Кладете? Yes. Держи. Пицца. Тебе. Так, смотрите. Покажу, что, какие у нас ограничения. Вот сюда уже, за вот эту линию, ну, чтобы она, вот сюда, как два пальчика, нельзя вылазить. Вот, сестра, видите, ваша уже, ну, неправильно начинает маленько делать. Вот, вот так вот маленечко делаем. По краю. Тихо, не надо по всей. Чтобы красиво. Да. Нет, она просто не приготовится. Не надо. Вот смотри. Сейчас я покажу, больше ничего не делайте. Вот сейчас смотрите. Я вам покажу, чтобы она у вас готовилась очень хорошо. Вот, все. Вот за вот эти края, вот за вот эти мы не вылазим. А хорошо? Откуда вы знаете? Они невидимые. Невидимые? Так я вам объясняю. Я же вам открываю волшебный секрет. Без этого бы секрета вы бы не приготовили. Вот нет, да? Сметана, сейчас я вам и тот положу. Так. Ложь. Клади. Бери. Смелее, бери больше. Сестренка, у вас молодец какая, смотрите. Так, сейчас с краев уберем. Так, с краев уберем. Вот сюда. У всех вкусно, ребят. У всех обалденно будет, ребят. А это вкусно, если я положу даже сметану. Вот сюда не надо, за эти края не надо, ребят. Я же говорю, два пальчика отступаем. Вот так вот, ориентировочно, чтобы... Потому что она, ну, не сготовится. О, мне сделайте бюджет. Она просто вот, все, вот так вот. Сгорит? Да, все верно, может сгореть. Вот, смотрите, вот так вот, ну, верно. Смотрите, какой молодец. Вот. Вот так вот ориентировочно, ребят, должна... Ой, нравится. Ну что ж ты, моя маленькая, что... Не надо. Сегодня ваша пицца не получится. Мы сейчас сделаем. Получится. Получится.
все у тебя получится. Ой, я тоже два пальчика отступил. Ну не надо, ребят, вы послушайте, у вас она не сготовится. По всей не надо размазать, хорошо? Сейчас мы переделаем с тобой. Ребят, больше без моего ведома больше ничего не делаем, хорошо? Это самый просто фундамент. Как вы сделаете соус, так у вас она и приготовится, хорошо? Посмотрите, сестру у вас маленечко неправильно сделала. Все, закрой. Да, закрой. Сейчас будем переделывать. Вы так долго старались, я тебе всю одежду выберу. Бывает. Теперь испортили. Бывает. Это у всех так. Мы же учимся. Нет, это... Вам не надо, ничего не делайте без моего ведома. Это... сестра просто ваша маленечко неправильно сделала. Она не маленечко, она целую неправильно сделала. Ну, старается, главное. Правильно? Может, ты у меня переделываешь? Она старается. Не, вам не надо. У вас все отлично, ребят. Я скажу, ужас какой. Вот, я же тут не отступил. У меня тут два пальца, нет, не отступил. Ну зачем ты? Не делай так. Ты специально хочешь это. Ребят, без моего ведома больше ничего не делать. Я вам сказал, все, положите ложечки, положите, больше ничего не трогайте. Ребят, положите ложки. Или мы будем переделывать все. Куда положить? Ложки ложим сюда. Все, убираем ложки, убираем. Левон, у тебя нос такой. У тебя тоже? А у меня нет. У тебя тоже? У тебя вообще огромная точка. А у Левона нет. А у Нарика нет. Ну, зачем ты так сделал? Я же тебе говорю, не делай больше, хорошо? Вот так красиво. Ой, чуть-чуть есть тебе. А то у кого нету муки, тот получается лентяй, тот не работает. Понял? Тот не работает. Ребят, пока вы, чтобы вы меня не ждали, не стояли, берите сыр и равномерно раскладывайте, где у вас есть соус. Сейчас колбаску, это всему свое время. Я вам скажу, когда. Хорошо, колбаску будет. Ребят, берем сыр. Сыр называется моцарелла. И пока не берем. Берем. Смотрите, ребят, пирамиды не строим, все делаем потихонечку. Сейчас, подожди, у тебя тут, видишь, такое? Убираем. На краях не должен. Понятно, соус? Вообще не должен, потому что она у тебя не сготовится. Вот так вот, ориентировочно вот так вот должно быть. И сыр мы сыпем туда, где есть соус. Понял? По всей не надо лепешки, хорошо? Где вот соус? Маленький кружочек вот этот. Всем понятно? Больше. Бери больше, не стесняйся. Больше. Распределяй равномерно. Это уже слишком. Так, все. Сейчас мы вас догоняем уже, ребята. Мы вас уже догоняем. Потому что ты помогаешь. Бывает всякое. А в смысле догоняем? Да, в смысле. Зубочка. Так, все. Ну, ты молодец. Сейчас это. Вот, да, бери сыр. Бери сыр, сейчас равномерно распределим. Молодец. Берем. Побольше, да. Молодец. Больше бери, сыра, чтобы у тебя по всей. Ну, не стесняйся. Раскладывай. Молодец. Смотри, все прям классно получается. Ребят, все вроде почти что справились с этим заданием. Распределяем. Сейчас. Больше прям, не стесняйся. Больше. Ребят, следующий этап какой? Ребят, самый главный. Какой этап самый главный? Далее у нас все есть, как говорится. Мы берем разные, как говорится, колбаску, ветчину. Ребят, кто что любит, помидоры, ананас, грибы. Ну, кто с какой начинкой любит. И делаем красиво все, хорошо? Берем. Что хотите, не стесняйтесь. Помидоры, перчик. Эту раскладываю. Берем. Бери. Колбаску. Все бери. Все берите, ребят, чтобы... Только накладываем, ребят, где у вас только есть соус. Не по всей лепешке. По всей лепешке не надо, потому что она у вас не сготовится, хорошо? Берем, ребят, веселее. Что нравится, берем. Ну да, у тебя молодец, сестра. Бери. Давай, сейчас будем
Справлять. Андрей, ты попробуй мою пиццу, ладно? Да, обязательно, я ее поем, конечно. Молодцы, берем ананас, берите. Хотите ананас? Все, берем. Ребят, ну все, все большие молодцы, все большие молодцы. Теперь что мы делаем? Стойте, я еще не дожил. Хватите, ребят, хватит. Конечно, конечно. Хватите, хватите, что тебе надо? А сыр мы уже не ложим, все, сыр положили? Или ты хочешь сыр маленько положить? Может бы это было все попробовать? Пожалуйста, попробуй. Нет, нельзя! Что-то. Если ты нет желания есть. Ты сумасшедший! Нет. Так, смотрите, красота, красота. Готово, да? Готово. Ребят, ну что, сам теперь делаем. Сейчас, секундочку, секундочку. Ребят, да. Ребят, теперь что делаем? Берем свою пиццу в руки. Берем свою пиццу в руки, ребят. Берем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, я понял теперь. Ладно, объяснять радостно. Ребят, берем... Все повторяем за мной сейчас. Все. Смотрите, берем, как ваша сестра. Все, руки у нас берем. Скалки оставляем здесь. И идем все за мной. Все идем за мной. Все идем за мной. Пойдем, пойдем. Ложку тоже оставляй. Ложку тоже оставляй, да. Все идем за мной. Все идем за мной. Ребят, зачем ребят ты на сейчас будет ответственное... Ребят, сейчас будет у всех ответственное задание. Надо будет запомнить. Идем, 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 идем. Все за мной. Сейчас я вам буду говорить номера, запоминайте номера, хорошо? Ребят, все сюда, все стоят. Смотрите, у тебя будет номер один. Ну, вы тоже запоминайте, чтобы это они не перепутали. У тебя номер один будет. Вы так старались, чтобы это себя закрыть. У тебя будет номер два. Хорошо? Запомнил? Номер два. Номер два. Номер два, да. У тебя будет номер три. Помню. А у тебя номер 4. А у тебя будет номер 4. Марк. Ребят, ну все молодцы, давайте 5 еще всех. Все, давайте. Да, ребят, 5. Номерки 7-5. Давайте 5 мне. Сейчас отдаем мне форму. Отдаем форму и идем мыть ручки. Дальше я вас позову, ребят, когда ваша пицца будет готова, я вас позову. Она быстро готовится, хорошо? Давайте чуть-чуть, ребят, все ко мне сюда, все сюда, все сюда. Все, ребят, все сюда. Лицо не мойте, лицо не мойте. Лицо не моем, так и пойдем. Давай вперед, сейчас все обалдеют. Сюда, сюда. Не бежим, не бежим. Тихо, тихо, тихо. Это все дядя.